мегафон. Играет на него. Мы эту девочку Сашу знаем уже так хорошо, поэтому мы по укороченной программе сделаем три размяла. А то давай вот этот наш отрезок пробить. Нет, жди, когда я махну рукой и скажу аж. Внимание. Хорошо. Так. Мячи. Становись сюда, прыгни вперед и назад, давай двумя ногами вперед, как можно дальше. Ох, молодец, хорошо летишь. Ну, попробуй перепрыгнуть свой результат. Вот, давай. Молодец, перепрыгнула, 100%. Отличный прыжок, а теперь назад попробуй это же самое. Так, ничего, еще раз. Так, ничего. Так, дай мне ручку хорошенько. Ты левша? О, значит, правую. Так, держи мячик. Давай. Вот туда. Видишь, где корзина с мячом? Давай. Так, еще раз. Смотрим, внимание. Координация движений сложная. Вот. Уже мы видим, что это не мальчик, который швыряет, а вот как-то неудобно. Ты вратарь, а я тебе забиваю гол. Ты должна спасти ворота, поймать мяч и удобно бросить мне, а я тебе буду бросать неудобно. Ты все знаешь, да? Давай. О, молодец. Только не тянись, а прыгай. Так. Нет, это неудобно. Бросай. Бросай мне мячики. И второй. Мяч горяч. Так, лови его, чтобы не мимо рук. Бросай мне. Нет, ты не клади, а бросай. Так, клади. Так, клади. Давай. Так, ты успеваешь. Ты бросай, главное бросай. Так, хорошо. Поиграли. Берите ракетку, это самое главное. Ну и давай попробуем. Что ты умеешь уже? Так сколько мы месяц играли? Два? Вот. Смотрите, девочка, на мой взгляд, очень игровая. Вот я вам высказал такую фразу, вы посмотрите, вот чем она отличается от других. Thank you.
Так, согласны вы с этим? А если не согласны, обдумайте, почему я так сказал. Так, а теперь справа. Давай. Только справа. Так, нормально, нормально. Стоп. Старайся только свой удар не заканчивать здесь. А ты должна обязательно, ракетка, пройти удар и сделать такую отмашечку. Ты заканчиваешь удар там, где он еще должен продолжаться. Давай. Замах и пошла. И вот так. Молодец. Сейчас лучше. И вперед. Опоздала с ударом. Уже. Так. Ножки мягко. Хорошо. Достаточно. Слева. Раньше бей по мячу уже. Опаздываешь. Опаздываешь. Слева у нас, естественно, пока сложности есть, проблемы. Где-то ударяла мяч, а обязательно делала вот такое движение, как тебе тренер показывал. Вот такое движение, чтобы ты могла поймать мяч здесь и его обязательно обработать. Вот это и есть обработка. Вот она, поймала мяч и обрабатывала. А ну, пожалуйста. Так. По окнам удар. Да, вот это, по-моему, первый был практически хороший удар. Так, забегаем справа. Достаточно. Об ударе справа, в общем-то, можно не идти дальше. Можно идти дальше с ударом справа. Все нормально. Слева нужно подработать это движение подкрученное. Слета ты умеешь, нет? Ну, учили. Учили? А ну давай, чему тебя учили, покажи. Покажи имитацию, как тебя учили. Нет, мне не так. Так. Так тебя учить не могли. Смотри, как тебя учили. Держи ракетку вот так. Вот слета, это значит вот здесь. Ты должна отвести ракетку и сыграть. Вот так, то есть повести ракетку, блокируя мяч. Блокируя мяч. Ну давай попробуй. Так, понятно. А подачу ты умеешь? Подачу не очень. Ну чуть-чуть, да? Ну давай. Ты год или меньше занимаешься? Ну, год. Больше? Только сюда становись, сюда становись. Так, вот почему я говорю, что девочка игровая. Движение абсолютно, конечно, не то, но вот она пытается и попадает каким-то таким весьма своеобразным, мягко говоря, движением, несуразным, но попадает все равно. То есть она чувствует мяч и играется. Еще. Отсюда можно делать уже движение нормальное. А тебе, собственно, а для того, чтобы подавать сверху, сюда не обязательно ставить. Вот отсюда ты должна весь этот ритм движения ощутить. А ну, попробуй без мяча. Не-не, подожди. Зачем сюда? Вот здесь же ракета. Вот у тебя мяч. Вот ты подбрасываешь мяч и поднимаешь сюда ракету. Вместе. Смотри, подбрасываю. Смотри, да, я тебе покажу. Смотри. Подбрасываешь мяч и поднимаешь ракетку. Подбрасываешь мяч и поднимаешь ракетку. Делай. Во! Пожалуйста, другое дело. Спасибо. Что они? Терпение и труд. Все перетрут. Понятно?
Все, в следующий раз мы ее посмотрим через год. Потому что сколько тебе? 8 уже. Значит, будет 9, посмотрим, что она сделала в 9 лет. Следующий у нас мальчик.